Основываясь на призыв общества Клуб Декларации 4 мая увековечить государственно значимые даты и символы в городской среде, Департамент городского планирования и строительства городской думы предлагает переименовать сквер возле Даугавпилсского университета в сквер независимости или сквер 4 мая. Проголосовать за эту инициативу жители города смогут до 14 мая. В конце марта комиссия по градостроительству и окружающей среде рассмотрела заявление общества Клуб Декларации 4 мая о поиске наиболее подходящего места в городе с целью украсить его названием 4 мая или независимости. Комиссия решила поддержать предложение о переименовании сквера возле Даугавпилсского университета, инициируя опрос общественного мнения. Площадь возле старого корпуса Даугавпилсского университета на улице Вены и Бас 13 является исторически значимым местом Третьей Атмоды – свободы и борьбы за восстановление независимости Латвии в Даугавпилсе. 18 ноября 1977 года латвийский флаг впервые был поднят именно над Даугавпилсским университетом. На площади возле учебного заведения происходило несколько исторически значимых событий. В феврале 1989 года возле Даугавпилсского педагогического института прошел митинг, во время которого над учебным заведением вновь был поднят латвийский флаг. В январе 1991 года во время баррикад прошел митинг в поддержку правительства Латвийской Республики, а 22 августа того же года – митинг за принятие конституционного закона о государственном статусе Латвийской Республики. Учитывая историческую значимость этого места, Департамент городского планирования и строительства предлагает каждому горожанину высказать свое мнение о возможном переименовании сквера. Поддерживаете ли вы эту идею или нет? Сделать это можно до конца следующей рабочей недели, 14 мая, используя мобильное приложение Daugavpils или в разделе голосования на сайте Даугавпилсской городской думы daugavpils.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.